Мы зашли в магазинчик Майстерны карамели. Такой вот вкусный. Нам повезло. Здесь только-только начинают делать конфетки. Конфеты! Можно мне одну конфетку? Сейчас купим. Рома хочет конфетку. Что Ромчику дают? Рома, тебе дают конфетку. Что надо сказать? Спасибо. Также у нас будет зеленый цвет. Зеленый цвет – это хлорофилл, пигмент, который есть во всех зеленых растениях. У нас обычно используют чай или хлорофилл, так как они имеют привкуса. Но есть еще у нас красители красный цвет. Используется черная морковь. Она больше обычной, богата витаминами группы В. Обычно используется в медицине, но вот в кулинарии тоже. Желтый цвет у нас куркума. Часто используется как специя и у нас как красина. Это у нас прозрачная карамель. Она кажется желтенькой, но если вот так посмотреть, видно, что она... Рома, иди посмотри, какая конфетка большая здесь. Не достаешь? А там должны быть стучики, которые для того, чтобы... Конфета. Я не буду. Это конфета. Коричневый. Давай. Также у нашей карамельки можно увидеть белый цвет. Но натурального красителя, который бы выдержал температуру карамели, нет. Поэтому мы сейчас будем добывать белый цвет сами. У нас есть такое приспособление. Рома, смотри. Карамель. Это немного напоминает процесс взбивания белка. Когда мы взбиваем белок, он тоже меняет свою структуру и становится белым. Также и карамелька. Когда мы ее растягиваем, она обогащается кислородом, вследствие чего меняет свою структуру и светлее. Сейчас карамель около 90 градусов. Где деревья? Мама, дядя режет. Дядя режет? Да. А ты видишь, что там с карамелькой, Рома, происходит? Видишь, какая конфета огромная, да? Огромная конфета. Ой, еще там конфета, мама. Вон она. Наш гранитный стол смазан кислородом, чтобы карамель не отчерпнула. Что будет? Когда мы заканчиваем делать наши конфеты, мы угощаем зрителей еще горячей карамелью. Замечательно. Потому что горячая карамель считается самой вкусной, которая есть. Ты видишь? Смотри, ножничками так чик и разрезал конфетку. Смотри. Чик. Не, могу делать светло-коричневый. Это не праздник. Пусть все на светло-коричневый.
Да. Смотри, какая там колбаска. Как завернули в тортик. Видишь? Вкусная карамелька. О, запаяли. Так как стол подогревает снизу, у нас карамель. Да-да. Сейчас мы используем бальничок, чтобы снаружи. Он разрезал тортик, мама. Разрезал тортик? Да. Так вы по какой-то технологии его лепите вот так сверху? Просто... Да. Да, потому что... Рисунок внутри, как такие вот маленькие конфеты. Они сейчас делают вот такую пальму. Она не такая должна быть, а вот там. Сейчас смотрим. Рома выбрал себе такую конфетку. Добрый вечер. Пожалуйста. Спасибо. Спасибо. Рома, какая на вкус конфетка? А маме попробовать? Жвачка. Жвачка. Рома кушает конфетку «Черная смородина». Вот такие конфетки. А в конце получается вот так. Вот такой магазинчик мы сегодня гуляли. Мастерня карамели. Нам очень понравилось.